Друзья, сегодня мы рассмотрим отель «Адам и Ева» в Белек. Приветствую вас на моем канале YouTube. Как всегда, мои обзоры короткие, информативные. Вопросы вы можете задавать в комментариях или при бронировании тура у меня. Итак, «Адам и Ева», отель 16+. И если вы хотите от отдыха поспать и поесть, то этот праздник жизни для вас. В этом отеле, даже если вам 70 лет, вы просто должны любить вечеринки, тусовки. И тогда это будет для вас идеальный отдых. Интересный очень дизайн отеля. Стекло, зеркала, белоснежный цвет. Вообще отель идеальный, конечно, для пар, потому что здесь, помимо такого интересного интерьера, оригинальная музыкальная концепция, очень красочные шоу, анимационная программа в течение дня у бассейна очень классно с всемирно известными диджеями. Отель работает круглый год. В отеле есть виллы, они открыты только в летний сезон. Одиноких мужчин летом не селят. 4 теннисных корта есть с жестким покрытием, освещение будет платно, уроки тенниса тоже платно, а аренда бесплатна. Питание происходит по системе «Ультра все включено», 7 ресторанов а-ля карт, посещение платное по предварительной резервации. А-ля карт рестораны работают по очереди в определенные дни, в ресторанах действует дресс-код. Итак, на территории отеля расположен основной бассейн, релакс-бассейн, бассейн для вилл, аквапарк, 4 водные горки и крытый подогреваемый бассейн, который работает с ноября по март включительно. Собственно, песчано-галечный пляж, есть шатры на пляже, в этом году около 70 евро в день. Есть концепция для молодожен, но женатым парам по концепции необходимо, чтобы со дня свадьбы прошло не более 90 дней. Также есть концепция дня рождения и концепция для годовщины свадьбы. Итак, про номера. В номерах возможно менять освещение. 4 варианта: радуга, зеленый, красный и белый. Все стандартные номера имеют боковой вид на море. Если вы хотите фронтальный вид на море, то нужно брать определенный тип номера. И есть виллы. Виллы «Адам и Ева» отличаются только тем, что у Евы площадь немного больше, и вместо одной дополнительной кровати есть отдельная комната с двумя односпальными кроватями. У вилл есть ряд преимуществ. Во-первых, это экспресс-заселение и ранний поздний заезд. Есть тарелка сладостей и фруктов после 14 часов. Во всех номерах есть сейф, мини-бар, чайный набор, халаты, тапочки нужно обязательно просить. И на виллах есть сауна. Друзья, спасибо вам за лайки. Если вам нравятся мои обзоры, подписывайтесь. Впереди много интересного.